сильный пожар уничтожил более 750 гектаров леса в Чили на фоне сильной жары в южных и центральных районах страны. Также уничтожены прилегающие к лесу дома местных жителей, под угрозой находятся посевы. По данным Национальной лесной корпорации КАНАФ, к настоящему времени пожар охватил около 550 гектаров, что почти в три раза превышает площадь Монако, недалеко от города Чильян, примерно в 400 километрах, 250 миль от столицы Сантьяго. Пламя вплотную подобралось к населенным пунктам. Десятки домов уничтожены. Причина лесных пожаров в этой южноамериканской стране – экстремальная засуха. Чилийский центр предотвращения и реагирования на стихийные бедствия сразу в нескольких районах активировал режим чрезвычайной ситуации. Около 200 гектаров были выжжены и в другой части района Нубле, добавили в ведомстве. «Это похоже на апокалипсис», – сказал Хуан Прадинос, механик, чей дом в Чильяне был уничтожен пожаром. «В моем возрасте мне нужно снова начать все с нуля, чтобы восстановить свое оборудование. Я потерял все свои рабочие инструменты».